Танкер-бункеровщик «Делфи», который находится уже продолжительное время на пляже нашего города. С одной стороны, он стал уже достопримечательностью, с другой стороны, он несет под собой угрозу жизни как отдыхающих, так и жителей нашего города. И я с полной ответственностью сегодня докладывал на комиссии, которую мы собрали, внеочередную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, о том, что мы не сможем обеспечить, как кто бы что ни говорил, должную безопасность этого объекта на нашем пляже. Все равно будут просачиваться, проныривать, и это небезопасно. Поэтому нам необходимо уже сегодня, еще в феврале, но уже готовиться и понимать, будет ли это делать судовладелец, либо это будет делать администрация морских портов Украины. По крайней мере, кто-то должен это делать, кто-то должен этим заниматься. Поэтому мы сегодня подготовили протокол нашего заседания и обращение в администрацию морских портов Украины, в комиссию по чрезвычайным ситуациям, в областную комиссию, которая дано такое право присваивать ситуации различной степени и уровни. Мы просим их признать эту ситуацию чрезвычайной. Параллельно с этим планируем все-таки дождаться сейчас, в данную минуту, водолазы, судовладельца работают на объекте, обследуют его для того, чтобы принять решение, как его целиком как-то искать способы, либо по частям разрезать и вывести. Вот сейчас вот такая обстановка на сегодняшний день. Но еще раз скажу, эту задачу нам необходимо решать. Судовладелец уже есть хорошие новости, что он готов выставить охрану, то есть помочь нам, потому что любая охрана, выделение людских ресурсов – это деньги, потому что люди должны получать зарплату, они просто там так стоять не будут. То мы хотим получить четкие гарантии о том, что он будет финансировать, и финансировать не по своему усмотрению, выделив, поставив пост, как сегодня было сказано, поставим пост и обеспечим. Пост и оценим человеком – это ничего, это просто формально. Нам необходима надежная безопасность, надежная охрана этого объекта и безопасность жителей нашего города и гостей. Шановні присутні,